объявлены смертниками и отправлены в лагерь смерти Заксенхаузен. Там, с помощью лагерного парикмахера, который подменил нашивной номер на лагерной робе, Михаилу Девитаеву удалось изменить статус смертника на статус штрафника. Вскоре под именем Степана Григорьевича Никитенко он был отправлен в концлагерь на остров Узедом, где в ракетном центре Пенемюнде шли разработки нового оружия Третьего Рейха – крылатых ракет Фау-1 и баллистических ракет Фау-2. 8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Хенкель HE-111 и совершила побег из концлагеря на острове Узедом. Немцы выслали вдогонку истребитель, пилотируемый кавалером двух железных крестов и немецкого креста в золоте обер-лейтенантом Гюнтером Хобомом. Однако без знания курса самолета найти его можно было только случайно.